Думаю, что многие пробовали ржаной хлеб с добавлением изюма, орехов и кориандра. Этот хлеб называется купеческий. Он имеет отменный, слегка кисло-сладкий вкус, который дополняют орехи и изюм. В некоторых рецептах в качестве наполнителей добавляют курагу, чернослив или семечки. Если вы любите экспериментировать, тогда попробуйте испечь этот ароматный и богатый на вкус хлебушек. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте необходимые ингредиенты. В теплой воде растворите солод, соль, сахар, дрожжи. Добавьте крупно дробленые орехи и изюм. Всыпьте 1 столовый л. Кориандра и оба вида мюки. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавьте растительное масло и начните замес ложкой. Как только станет сложно перемешивать, смочите руки холодной водой и месите до получения однородной массы. Тесто получится липким, но послушным. Округлите его, выложите в чашу, затяните пленкой и уберите в теплое место на 30 минут. По истечении времени тесто совсем немного увеличится, но на ощупь оно будет рыхлым. Сделайте обминку и уберите еще на 30-40 минут в теплое место. Через указанное время разделите тесто на две равные части. Выложите тесто в форму для хлеба, сверху присыпьте оставшимся кориандром и оставьте на 30 минут для расстойки. По истечении времени деревянной шпажкой сделайте 6 проколов, поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут, учитывайте особенности своей духовки. Готовый хлеб достаньте из духовки. Достаньте хлеб из формы и охладите, завернув в полотенце, после подавайте к столу. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Мука пшеничная, 280-300 грамм. Мука ржаная, 160 грамм. Дрожжи, 6 грамм. Сахар, 10 грамм. Изюм, 50 грамм. Темный. Соль, 10 грамм. Орехи, 40 грамм. Кориандр, 1,5 столовые ложки. Масло растительное, 2 столовые ложки. Солод, 1 столовая ложка. Жидкий. Вода, 320 грамм. Сахар, 1 чайная ложка. Количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Жду снова и желаю вкусного дня.